Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня хочу поговорить о морилке «Радуга», потому что знаю, что многие пользовались такой морилкой, многим она полюбилась и многие к ней привыкли. Но как-то внезапно эта морилка просто исчезла с полок наших магазинов. Я в субботу также сходила в Леруа, хотела купить эту морилочку, а оказалось, ее нет. И не только ее. Других видов морилок, которые я покупала, также не оказалось в продаже. Когда пользуешься чем-то вот хорошим, качественным, и оно внезапно пропадает, конечно, появляется чувство какого-то вот дискомфорта. Видимо, придется скоро самим варить морилку. О том, как я варю морилку из шишек, я уже показывала. А вот о радуге сейчас поговорим. В Леруа я подозвала консультанта и спросила, куда девалась морилка. Молодой человек развел руками, сказал, мы больше не возим, и ничего вразумительного больше сказать не мог. Я, конечно, понимаю, что такие решения принимаются не на уровне продавца-консультанта, а выше. Но мне, как бы сказать, немножко неприятно от того, что наши пожелания не учитывают. Ну, я долго не расстраивалась и решила, ну что, раз вы не хотите, чтобы мы покупали у вас, мы будем искать другие пути. Ну, я не стала долго переживать. Пришла домой, включила интернет, набрала в Яндексе «Морилка Радуга. Купить». Переходим и выбираем. Я не буду показывать, как я искала. Я выбрала, значит, три магазина. Первый – «Валберис». Так, смотрим. Валберис. По запросу «Морилка Радуга» найдено 42 товара. Так, смотрим на цены и держим себя в руках. 592 рубля. Это уже со скидкой 21%. А так она 750. Листаем дальше. Батюшки, 989 рублей. Со скидкой 50%. Последний раз я ее покупала за 130 рублей. Так, непонятно. Здесь написано «Морилка для дерева», а вот за 900 написано «Лак строительный». Надо посмотреть, что же здесь на самом деле. Лак строительный. Фотография «Морилка для дерева». Ну, в общем, как хотите, так и понимаете. Дальше смотрим. Морилка для дерева «Радуга» 592 рубля. История цены. В сентябре месяцы подняли с 460. Ну да, что скажешь. Я не знаю, кто покупает на этом Валберис, но я лично считаю, что это очень дорого, просто очень. Ну вот какая-то, видимо, мастерица тоже трубочки накрутила и продает морилка «Махагон» 715 рублей. Да, я не буду выражаться, потому что здесь нельзя. Но, скажем так, такая цена мне не нравится. Так, дальше я перешла на Озон. Также набрала в поисковике «Морилка Радуга». Вот что мне выдало. Морилка цвет дуб, любимый мой цвет, 280 рублей. Если у кого-то есть Озон-карта, 274. Также можно поставить колокольчик, добавить в избранное и узнать о снижении цены. Озон-рассрочка даже есть.
Ну и способы доставки курьером, пункт выдачи. Мне, кстати, очень удобно пункт выдачи. Здесь недалеко. Так. Ну, в общем-то, и цвета-то есть. Какой? Лиственница, махогон, орех, сосна, дуб. Темненькое что у нас? Что-то со второго раза. Только серый базальт. Вот интересно, что за цвет получается. Серый базальт. Ну да, 315 рублей такой цвет. Ну вот я люблю орех. Махогон, орех и дуб очень люблю. Они стоят 315 рублей. Видимо, только вот это первое. Лиственница 280. Ладно, уже веселей, не так как там. Ну и следующее дальше набрала Яндекс.Маркет. Также набрала, показываю, Марилка Радуга купить. И что у нас здесь показано? 315 рублей. Серый базальт. 234. Сейчас скидка 26%. Орех. 315 радуга махогон. 280 лиственница. 280 сосна. 234 орех. Ну, замечательно. Сейчас посмотрим на нее. Ну вот серый базальт 315 рублей. И вот такое интересное написано сплитом. 79 рублей умножить на 4 сплитом. Сплитом, не знаю. Я набрала, что это такое. Сплитом. Что это такое на Яндекс.Маркете? Яндекс.Сплит – это сервис для оплаты покупок частями. Если вы не хотите оплачивать весь заказ целиком, с помощью сплита можно разделить сумму покупки на части. Оплату можно растянуть на 2, 4 или 6 месяцев. Сразу после оформления заказа спишется первый платеж, остальное по фиксированному графику. Вот как интересно, даже можно несколько банок закупить сразу и расплачиваться частями. Также я посмотрела Марилочку Новбытхим, которую многие любят. Ну, Валберс, конечно, это что-то заоблачные какие-то цены. Вот эта Марилочка 410 рублей. Ну, это вообще куда? Куда шло? Это ужасно, конечно. Что-то у меня бегает, не могу я его зафиксировать. Это обычное. Так. 410 доставят со склада. Ну, конечно, за такую цену с удовольствием доставят. Почему нет? Идем дальше. Смотрим на Озоне. Озон. Ух ты! Такое я вижу впервые. Марилка водная, Новбытхим. Махогон. Цвета есть, я так понимаю. О, даже вот какой цвет. Слива. Но меня больше интересуют вот такие вот мока, допустим, дуб. И, конечно же, вот темненькое, что у нас здесь? Махогон. Вот светлый есть. Лиственница. Но неважно. Цена ее 1297 рублей. При оплате Озон картой 1271. Видимо, сейчас акция, потому что цена стояла 2 117. Причем рассрочка на 6 месяцев по 245 рублей. Пожалуй, можно такое и заказать. Но давайте еще посмотрим на Яндекс.Маркете. Так, перехожу на Яндекс.Маркет. Тут у меня все тоже вот сверху радуга. А вот и ну, в Бытхим смотрим. Цвета представлены. Стоимость 111 рублей по 20 рублей на 4 месяца. По 28 рублей на 4 месяца можно разбить. Заказ как... Тьфу ты, господи, заказ.
доставка курьером в субботу 24, ну это вот сегодня 19 число, то есть через 5 дней, ну 250 рублей, если курьер. Так, здесь еще также минус 10% по промокоду, но на заказ от 3500. Так, что могу сказать? Ну, это уже интереснее, конечно, 111 рублей. Хотя в два раза по-всякому она подорожала. Ну что, в общем-то, морилка есть, выбор тоже есть. Вот это мне, конечно, очень понравилось, канистрой взял. И надолго хватит, но будет Хим, петербургский производитель. Так что, девочки, не расстраиваемся. Заходим в интернет, заказываем все, что нам нужно, выбираем доставку, куда они предложат нам, или курьером, или пунктом выдачи, и постаматы. Мне кажется, постаматы вообще на каждом шагу стоят во всех продуктовых магазинах. Заказываем, не расстраиваемся. Ну, на этом пока все. Если было полезно, пишите благодарности. Я всегда рада комментариям. На этом я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока и до встречи в следующих видео.